да, всех приветствую. Все же добрались до хутора. Сегодня будем здесь зажигать и отжигать, да, и потанцуем, и спляшем, и отдохнем. Фу, жара, работы много. Нам наконец-таки пришел наш забор, наш штакетник. Сегодня мы будем его монтировать. Вот, я его не весь привез, потому что на нашей ласточке много не перевезешь. Но и длина у него самый длинный 2,10. Он только-только упирается переднее сиденье, и получается, что туда на сиденье не хочу ложить, боюсь, порвет, мало ли. Вот потихонечку там по 3-4 стопочки мы будем перевозить. Вот, спросили за банду, где все банды? Так где? Все здесь. Все здесь. Рыжий здесь, черныш здесь, белка вот там, а да. Эти друзья тоже сюда приехали. Чего такое? Чего, убежали они, да? Убежали они. А куда я? О, черныш пришел. Черныш пришел. О, я же говорю, только щенка забрали и все. Что буду делать? Не знаю. Не, что-то только не предлагают. Вывези. И утопи, и отрави. И зачем они тебе нужны, столько собак? Если мы каждый начнем топить, травить, убивать, я не думаю, что вокруг нас что-то останется живое. Братья наши меньше. Вот как их воспитаешь, так и они тебе и послужат, верой и правдой. Будешь дразнить, будешь наказывать, ничего хорошего с них не вырастет. Так же, как и с ваших детей. Правильно воспитаешь, вот, будут охранять твой дом, нести тебе службу. Не знаю, будем расширяться, потому что здесь под навесом нам тесно. Скорее всего, буду территорию ограждать. Вот, думаю, взять сетку небольшую, сантиметров, ну, метровую, может быть. Вот, и так временно я сделаю заборчик. Ушли уже. Сейчас выпустил, и они гуляют. А до этого не этот. Все здесь. Иди сюда. Толстяк, это самый толстяк. Это вообще самый толстяк. Самый толстяк. Чего такое? Толстяк. Толстяк ты, толстячок. Толстяк. Там калитка открывается. И, наверное... Иди, иди сюда. Красавчик. Красавчика не забрали, потому что Рома приехал. Кстати, забрал Рома. Это тот, кто нам делал крышу. Вот на нашем первом доме. Ой, девочка пришла. Девочка пришла. Ой, все пришли, все. Вот. Он вообще хотел красавчика забрать вот этого. Но он приехал, потом говорит, какой щенок пойдет, того и заберу. И забрал еще одного мальчика. Ну, кстати, похож был на этого. Вот. Теперь я вообще за инструменты не переживаю, что там кто-то что-то. Потому что вся банда там внутри. Кто зайдет, она там полатает ему дырок. Вот, на штанах. Вот там калитка открывается, вот здесь отгородить, вот так вот сюда, раз. Ну, здесь так сделать систему, например, воротина такая переносная, раз, открыл, когда мы заезжаем. И вот по этому всему периметру пусть они уже бегают. Вот, потому что под навесом очень малое место. Очень. Здесь я не могу их выпустить, ребят, настолько пошел урожай, вы не представляете, только пошел. Так, все, давай заходите. Куда пошли? Так, все, за мной не ходить, идите сюда. Не ходить за мной. Заходи сюда, все, заходи домой, 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 домой. Все, все, пошли, пошли. Все, место, место. Не знает, я в Телеграм выкладывал уже наш урожай кабачков моря. Просто нереально, если честно, уже, наверное, мешок собрал, если не больше, мешка полтора, и нужно опять идти собирать. Поэтому я задумаюсь о том, что нужно всего два куста кабачков сажать. Они уже все опять пошли. Капусте хана, капусту попобила. Что было целое, я забрал, остальное вот так я положу. Все, на грядку как замочу. По дынькам. Дыньки тут, дынек тоже много. Вот такие дыньки, посмотрите, вот, красивые. Вижу, вот это уже прям такая вот, смотрите. Быстро, да, растут? Классно растут. Вот они на термосгрядках. Еще бы вовремя обрабатывать их. И вообще бы красота была бы. Так, сейчас я вам покажу наши арбузы. Уже вот такие арбузы есть у нас. Вот, но это не самые большие, по-моему. Вот еще у нас, смотрите, какой арбуз уже. Вот он. А? Красота. Нельзя? Вот. Вот здесь у нас. Вот они, арбузы какие. А? Вот они. Вот они. Есть, вон еще. Кстати, вот этот куст прям такой плодовитый. В общем, друзья, мое мнение насчет термосгрядок. Когда все разрастается, кабачки, они закрывают пленку. Вот, пленка, термосгрядка не горит. Тут уже и перчики вот они. Пошли.
Вот они, перчики пошли уже. Все, есть. Идут, отошли перцы. Тут уже и черные перцы есть у нас. Представляете? Вот. Урожай, это хорошо, прекрасно. Надеюсь, вы рады за нас. Смотрите, Горького сколько. Вообще высыпано просто. И баклажаны. Помните, да, какие они были? А? Помните, да? Все, отошли. Отошли, прекрасно растут. Все, красота. Вот. В общем, про эргу сказали. Про ягоду. Кто-то говорит, она вообще ни о чем. И в компот, и в варенье. Ее нужно с чем-то чередовать. Там, я не знаю, с малиной, с ежевикой. Вот. Кто-то говорит, наоборот, обалденная эрга. Добавляем в компот. В общем, мнение разделилось. Но многие подтвердили, что вино просто с нее шикарное. Наш штакитник вот такой. Этот немного цвет отличается. В прошлом ролике показывал. Это вообще просто взрыв мозга. Ну ничего, я скоро поставлю. Я вам покажу, как это на свету переливается. Здесь длина 2,10 и 1,90 м. Швы эти мы сейчас пройдемся щеткой по металлу. Вот, и прокрасим сразу краской. Для чего? Это все очень просто, чтобы это потом не ржавело, не были эти подтеки. Я взял краску в баллончике, чтобы проще мне было красить. Вот, взял серую, темно-серую. Сейчас чик-чик-чик пройдусь, обезжиривать их, пшикну. И краской. Раз, два. И все, все мы швы быстренько сейчас пройдемся, прокрасим и начнем наш штакетник крепить. Все хорошо, все прекрасно, но очень жарко. Постараюсь вам все показать, отснять, потому что, еще раз говорю, техника на жаре вырубается, и не все у меня получается вам показать. Вот, так что скоро здесь будет тоже красота, красотища. Все, вам приятных просмотров, мы погнали вперед. Ну что, работа идет не так быстро, конечно, как хотелось бы, но все же. В общем, днем работать не вариант вообще. У меня сгорело лицо, спина. Хана, хлам. Я до моря не доеду, я не знаю. Меня там, я же говорю, за своего приму. Потому что вчера было 40 в тени. И это чувствуется. А на солнце, когда работаешь, это прям не то, что чувствуется, это сразу видно. Самый оптимальный вариант — рано утром приезжать. Вот что мы и сделали. Часиков 5. И тогда еще как-то можно немножечко поработать. До часиков 9, а потом все хана. И вечером. А? Такой наш штакетничек. Красивенький. Обалденный. Здесь 2 сантиметра расстояние между штакетинами. Я считаю, это самый такой идеальный вариант. Вот. И оно так сильно не проглядывается, не просматривается. И ваша живность, там даже птица, даже цыпленочек маленький уже никуда не денется. Вот. Сверху не смотрите, я тут немножечко просчитал. Вот. У нас, потому что штакетины есть 2,10 и 1,90 м. Вот. И здесь я немного их выдвинул. Забыл, что у нас разные штакетины. Вот так мы дальше пошли.
Ну, на солнце вид у него другой, перелив вообще просто нереальный. Идет. Фу. В общем, надо работать. Ха. Я уже подготовил штакетины, потому что они в защитной пленке. Вон я сколько. И почистил, вот так стопочку сложил, чтобы на это лишнее время не тратить по утрам. Вот, поэтому вот так нужно мне будет подготавливать. Сейчас начнем это все крепить. Банду я уже покормил. Вроде обещают дождь, но я в него уже не верю. Вот так дождь мы уже ждали целый месяц. И у нас опять засуха. Дождь вроде был, ливень такой. Опять все сухо, почва сухая. Все стоит. Поэтому я на термос грядки капельный кинул. И сейчас переключусь сюда уже. Ну все, времени нет. Погнали работать. Друзья, это якут от мастерской Барк. Знаменитый нож, сделанный с учетом традиций охотников и рыболовов Крайнего Севера. Ручная работа отечественного кузнеца с 20-летним опытом. Клинок имеет одностороннюю заточку в линзу и рукоять из карельской березы. Незаменимая вещь на охоте, рыбалке, в походе и в быту. Нож нереально остр. Японский меч при этом нервно курит сторонки. Этот нож выдержит любую нагрузку и разрежет все, что не прибито. Разрубит проволоку, металлическую гильзу. Ему все нипочем. Вы думаете, это все? А посмотрите, как он с легкостью разрубит монету. О да! А вы хотели бы себе такой нож?
Есть сертификат, что нож не является холодным оружием. Кузнец дает пожизненную гарантию на свои ножи. Рекомендую кузницу Барк. Заходите к ним в Telegram или WhatsApp по ссылкам в описании и заказывайте крутые ножи ручной работы. А по кодовому слову Федор вам еще и дадут скидку. А? Вы видали? Как мы дали, а? Слушайте, ну красота. С утреца работать — это просто чудесно, я вам скажу. Вот. Поэтому нужно сейчас себе на лето хорошую привычку — ложиться прям часов 9 вечера. Я даже не знаю, как это делать. Вот. Но вчера у меня получилось 10 вечера уснуть. Вот. Хотя я вообще так маялся, плохо спал. Вот когда рано куда-то собираешься, о чем-то думаешь и постоянно просыпаешься. Я думаю, даже в 4 утра можно встать, уже светло. 4:30 уже здесь быть как штык. И вот сейчас время 9:30. Ну уже вот жара начинается, вот духота. Я потихонечку начал уже потеть. А до этого такой ветерок. Такая красота, вообще просто супер. Ой, здорово. Морозилку что сюда привез, водичку ставлю. Вот, на солнце. Лед покатает, подхожу, прохладненько пью. Вот. Ну и аккуратненько, потому что мне еще голос нужен. Мы сейчас с вами попоем. Смородина поспела, ее немного, но нужно будет собрать. Вот так. Бандит. Вот бандит. Тёмный бандит. Белка, девочка, девочка ты наша. А? Молик. Малыша, сделаем. Так, все, место, вас нельзя сюда пускать, стоять. Можно, но попозже. Сделаем. Жарко, очень жарко, собака. Очень. Поэтому подумаем насчет вольерщика им сюда. Вот, отгородить. Может, здесь прям зону им выделим. Посмотрим. Так, штакетник я потихонечку перевожу. Сюда его раз. Складываю. Потом на нашем мотоблоке раз загрузили и повезли. Вот. Машину потихоньку, не напрягает. Раз. И все. Вуаля. Ух ты. Это виноград. Посмотрите, кисти какие. И он разный. Разный. Есть вот крупный, есть поменьше. Вот, смотрите, сколько. Вот кисти. Вот, посмотрите. Посмотрим, что будет. Смотрите, да, сдалека уже, как заборчик. Штакетничек выделяется. Красота. А? Вот все, зашили мы тут. Получилось раз, два, два пролета. Два пролета — это 6 метров. Да, это немного, но быстро дело не идет, 2 сантиметра. Шаг небольшой, поэтому тут быстро не разбежишься. Тем более, здесь у нас 3 профиля. И под каждый кровельные саморезы. Я уже объяснял, почему я использую саморезы, почему не клепки. Вы можете использовать клепки для эстетичности. Да, они выглядят более прикольнее. Вот. Но у меня тут свои эти взгляды на кровельные саморезы. Я в любой момент открутил, что мне нужно, где-то вдруг подкрасил. Вот раз, и все. С этой стороны вот так все выглядит. Этот штакетник не двухсторонняя покраска. Есть двухсторонняя покраска, когда вы двойной делаете. Вот такая же, да, сторона и с этой стороны. И красиво. Вот те места сразу, где нужно подкрасить, я баллончиком иду, пшикаю. Ну, где-то вижу прям голый металл. Раз-раз, и все уже у нас. Был вопрос, к примеру, люди, когда штакетник делают лицевой, ну, не только штакетник, профнастил, а трубы остаются сзади. Говорят, а как же вот вы будете ходить и обслуживать ваш забор? Такое ощущение, что забор — это какой-то двигатель, мотор, где нужно проходить низкое обслуживание каждый год. Вот. И много ли людей там, не знаю, ходят, но не каждый год вы же заборы красите. Если покрасить качественно, грамотно, краской забор, ребята, ну минимум на 8 лет вам хватит. 8 лет. Очень хорошо, если вы покрасите. Прям вот будет красота. Вначале, помните, я говорю, штакетник вниз опустить, вверх. Думаю, зачем мне вот эти пляски? Тем более это будет некрасиво смотреться там пониже, там повыше. Эти дифирамбы все уберу, обрежу, все равно под один уровень. Так же красивее, согласитесь. А вы скажете, как же так, вот здесь собака подкопает, там где-то больше, меньше. Есть сетка классная, металлическая, продается, толстая. Там ширина у нее лента. А что мне стоит вот сюда ее взять, с этой стороны, бах, немножечко закопать.
и к этому профилю сделать маленькие прихватки. Раз, и у нас полностью снизу все закрыто. Закрыто, и, во-первых, вентилируемо, все продувает. Штакетник классно продувает, ничего он не свистит, ребята. Кто-то сказал, он будет свистеть, ничего подобного. У нас дома двойной на заборе. Какие были ветра, близко такого нету, что там свист какой-то стоит. Абсолютно нет, абсолютно. Вот. Ох, хорошо, что хоть деревья остались. Мы сделали полностью ровный забор, как вы видите, да? Без вот всяких там выпады есть, да, вот там полукруга можно. На заводе, ребята, у ребят есть макет, представляете? Заказывали штакетник, они говорят, а вы не хотите там сделать? И у них есть, там можно вот так пирамидкой, чтобы заборчик был, да? Пирамидка, вниз пирамидка, да? Либо вот так, волнами. На заводе вы говорите ваши размеры, и вам уже нарезают по размеру. Представляете, как круто, вам не нужно ходить, подрезать каждый штакетник, регулировать высоту, вот эти, да, перепады на заводе, все это четко сделают для вас. Как так заморочился штакетником? Просто я знаю, что это за штакетник. Вот я с него делал уже забор у нас дома, ворота. Я знаю, что там классный металл, обалденная покраска с завода. И этого штакетника хватит. Мне многие подходили, говорят, зачем сюда, там же ничего не видно, зачем металл, профиль кидаешь. Да, это затратно, металл сейчас дорогой, я знаю. Но я знаю, что я сделал это и забыл. Все, я забыл. И он никогда не потеряет свой вид, эстетичность. Этот цвет, серый графит, благородный цвет, он такую бешеную популярность набирает, и он никогда не будет не в моде, так скажу. Это тоже такая определенная классика, как белые цвета. Вот. Этот цвет шикарный. Сейчас солнышко только выходит, я вам обязательно этот перелив покажу, как он на солнце. Ребята, вот здесь имеется такое напыление интересное. И когда солнышко, это просто вообще пушка. Мы с него сделаем крышу на нашем хуторе, а потом спереди мы еще оформим наш забор. И, возможно, там будет присутствовать тоже этот штакетник. И все в целом будет очень классно, гармонично. Прям, мне кажется, вау, вау. Будет не хуже, чем у нас на первом доме. Может быть, даже лучше. Ведь орех прет, вот это поросль. Ну, ничего. Мы сегодня трактор хороший загоним, все это спашем. Там вторая абрикоса уже начинает поспевать. Вот та. Это позднее она, и там сливы, по-моему. Ну, пойдемте. Посмотрите на компоты. Ай, красота, на компоты это бомба слива. Правда, червивая, но ничего, с мяском, ребятки, кайф. И абрикоска поспевает. Вот это позднее. Слушайте, муравьи, смотрите, что делают. Вот так надъедают, и она начинает гнить. Она даже с горчинкой. Грушки тоже есть. Вот орешки. А винограда будет немало. У нас по-любому много дачников, много огородников, много кто делает вино. Вот, может быть, подскажете, как это правильно. Вино давить, да, вот этот аппарат. Сейчас же много чего продают. Может, у вас уже есть, вы что посоветуете хорошее. Понятно, что можно самому сделать. Но у одного видел человека, у него большой канал, кстати, на Ютубе. Георгий Кавказ. Больше миллиона, или 2, или 3 миллиона подписчиков он готовит. Я видел, как-то он делал вино. И там такой аппарат, там внутри шнек. Он высыпает туда виноград. Отдельно уже очистки, кисть уже голая, выходит. А это все туда на вино перемалывается. Хотя я не знаю, сколько будет винограда. Может, там целая эта телега будет. Ну, так-то понятно, куда его столько девать. Компоты можно закатать, я не спорю. Да? Но хорошее домашнее вино, почему нет? Хорошее домашнее, настоящее вино, ребятки. Это же, о, красота. Это, наверное, еще и полезно, да? Камеру мы забьем фруктами, сухофруктами. Надо, короче, всех тащить на хутор и детей. Вот, хорошая будет мотивация перед морем. Скажи, хотите на море? Давайте. Ну, смородину собрали. Все, бутылочку положу. Все, а что нет? Классный, шикарный компот. Так, все. Мое время на сегодняшний день подходит к концу. А что, я сейчас поеду домой. Займусь своими делами. Приму ванну, выпью чашечку кофе. Вечерком продолжим, приедем сюда
будем устанавливать наш штакетник. Поэтому все, вам тоже желаю хорошей погоды, конечно, не такой жаркой, берегите себя, сидите дома. Вчера вот соседке было плохо, скорую вызывали. Давление поднялось, очень сильная жара, поэтому люди в возрасте, берегите себя. Лишний раз никуда не ходите, сидите, включите кондиционер, налейте чаек, печеньку, поставьте классный канал «Будни Федора», либо «Семья на позитиве», есть еще домик у озера, вот, и получайте полный релакс, мои дорогие. Вот, а вечерку выйдите и вместе с нами от души поработаем. Все, я погнал, давайте, дальше увидимся. Ну что, ремонт нашей котельной завершен, да, в принципе, как и во всем доме. Мы долго и упорно к этому шли. Помимо опыта в ремонте, ясного ума и более-менее ровных рук, нужен хороший инструмент. Моя правая рука, мои глаза, мой помощник, лазерный уровень Rokadil Raymax 4D. Весь ремонт дома был на нем, и он с этим прекрасно справился. Финишный результат налицо. Он прошел с нами все. И огонь, и воду, и взлеты, и падения. Падал и не раз. Но благодаря защищенному прорезиненному корпусу лазер не повредился. И не сбился. Работает как швейцарские часы. С японскими корнями. Здесь нереально яркий, четкий луч. С японскими светодиодами фирмы Sharp. Лучи остаются тонкими практически на любом расстоянии.
5 ступеней регулировки яркости. Уровень проецирует 16 ярких зеленых линий на угол 360 градусов. Прекрасная автономность работы до 10 часов. Аккумулятор на 4800 мАч. Высокая точность, погрешность на 10 метров составляет менее 2 мм. А мощный лазер способен проецировать луч на расстоянии более 30 метров. Подтверждаю, проверено. Бьет еще дальше. Прекрасный помощник, который себя отлично зарекомендовал. И знаете, за 3 года у меня ни разу и не возникло мысли о смене лазерного уровня. Мой выбор очевиден. И это Rokadil Remax 4D. Прекрасное соотношение цена и качество. А гарантия целых 5 лет. Если вы затеваете ремонт, стройку, то Rokadil Remax 4D вам в помощь. Ну а ознакомиться более подробно и приобрести вы его можете по ссылке в описании. Друзья, в летний период беспорядок поливочных шлангов и хранение еще то занятие. Нормально невозможно собрать, постоянно путается, потом еще и узлы приходится развязывать. Так не пойдет. Порядок должен быть во всем. И присмотрел себе катушку для шланга Гарденджук. Сомнений при выборе не было, так как данный бренд давно себя зарекомендовал на отлично. Чего стоит только капельный полив жук. Уже 3-й год служит мне верой и правдой. В 2023 году фирма Цикл выпустила линейку премиум класса под брендом Гарденджук. Увеличенный ресурс, надежность. Данные товары служат долго, независимо от условий эксплуатации. Давайте о катушке. Удобная боковая рукоятка позволяет быстро скручивать и раскручивать проливной шланг без заломов и перекручивания. Подсоединение катушки осуществляется под углом, что позволяет всегда подавать воду с максимальным напором. Катушка мобильная, легкая, устойчивая. Корпус выполнен из высокопрочного пластика и имеет долгий срок службы, устойчив к ультрафиолетовому излучению. Вообще, я в магазин заглянул за хорошим поливочным шлангом. Ну нет, у нас по месту нормально. Все тоненькие, перегибаются, хватает на сезон, а это деньги на ветер. А когда посмотрел обзор на данный шланг, не раздумывая, приобрел его. Это шланг для полива Гарденджук. Диаметр 3/4, трехслойная бухта 25 метров. Верхний слой надежно защищает от ультрафиолетового излучения и низких температур от минус 18 до плюс 40. Утолщенный средний слой из-за безопасного ПВХ обеспечивает гибкость и долговечность. А внутренний слой из пищевого ПВХ, и это важно, дает возможность использовать шланг для подачи питьевой воды. Вы сами видели разницу между моим шлангом и Гарденджук. Шланг очень порадовал, уверен, прослужит нам не 1 год. Плюс гарантия на него 3 года.
Все вы знаете, что перед террасой у нас будет газон. И чтобы он был зеленый, свежий, нужен хороший уход. Ну и, конечно же, полив. Советую обратить внимание на дождеватель Гарденджу. Реально классная вещь. Он работает, вы отдыхаете. Сплошные плюсы. Имеет 3 режима работы, в каждом из которых работает разное количество форсунок, работает при давлении от 2 до 4 бар и равномерно орошает площадь до 280 квадратов. Без образования луж. Теперь вся площадь перед террасой будет полита. И это круто. Я прям радовался как ребенок. Классный помощник. Ну и не удержался от этой поливалки. Это тоже серия Гарденджук. 6 видов распыления, удобно лежит в руке, работает отлично. Особенно понравился режим туман. Сегодня прям какая-то эйфория от линейки Гарденджук. Прекрасные надежные помощники для вашего сада, огорода, да и в быту. Ознакомиться со всей линейкой и приобрести продукцию вы можете по ссылке в описании. Все-таки прогноз погоды не подвел. Вот. И кто-то говорил, у многих прям заливают, пошли дожди. Вот Федор говорит, забери их к себе. Вроде они пришли. Честно, не ожидал, что вот прям будет дождь, он будет идти. И он не такой, да, там без солнца. То были дожди, знаете, они прошли, вышло солнце, все там опять духота. Чего банда? Джаз-банда. Что такое? Что мне с вами делать? Походу дожди пришли сюда. То прям как бомбанет, то мелкий, но он практически не прекращается. И мы также работаем. Дождь начинается посильнее, уходим, начинаем пленочку снимать с нашего штакетника. Вот. Чуть прекращается, выходим, продолжаем работать и вот так с периодичностью. В такую погоду работать просто шикарно, одно удовольствие. Вот. Плюс поливает огород, это прям супер. Минус немножечко затрудняет нашу работу. Вот. Ну да ладно, в принципе, что нам. Нам уже пора как бы от работы потихонечку отходить, готовиться к отдыху на Черное море. Вот, поэтому мы уже в начале июля мы стартанем, правда ненадолго. Дня на 3, на 4, потому что у нас сумасшедший график. Лежу за решеткой в темнице сырой, да? Скормленной неволей, орел молодой. Нужно будет еще подвести штакетник. Вот этот нужно будет все убрать. Кстати, когда солнце, он снимается легче намного. Вот эта пленочка прям раз. Вот он, возможно, на температуру, да, влияет, потому что температура сейчас опустилась до 22 градусов, по-моему, и пленочка похуже начинает сниматься. А в жару прямо вот такая жу-жу-жу, сама отлетала. Протечать выглядывает. С этой стороны, можно сказать, один участок мы закрыли. Ну, ту сторону, да, зады. Штакетником, потому что тут участок самый маленький, там буквально 10 соток, даже он меньше, заканчивается он вот на винограднике, по-моему, у границы данного участка. Да, он небольшой. Вот. И продолжается. И сюда уже выходит. Сосед говорит, красиво получается. Я говорю, ну да, аккуратно, симпатично смотрится. Он даже смотрится с учетом того, что он с той стороны не таким цветом, но все же с той стороны тоже аккуратность это присутствует. Он собрал чеснок. Я говорю, ну как урожай? Он говорит, ну, бывало и лучше. Он сажал, я не помню, показывал его чеснок или нет. 200 килограмм, говорит, собрал. Вот я говорю, хорошо. Вот так вот, с этой стороны, беленько, светленько, чистенько, классно. Ну, потом мы здесь пройдемся, торнадо потравим, чтобы трава не росла. Мне кажется, одна семечка может просто решить не знаю, сотни квадратных метров, возможно. Здесь росла одна трава до этого. Я когда потравил, ну сейчас, да, хмель ушел, другая трава погибла, и сейчас начала расти амброзия. Я не знаю, откуда она взялась, ее не было здесь. Когда вот росла трава, амброзии вообще не было. После того, как я потравил траву, начала здесь расти амброзия. Вот откуда она взялась. Я заметил, когда ты убираешь одну траву, и появляется другая, начинает вытеснять. Абсолютно вот в том месте, где растет определенная трава, другой травы вообще нету. Вот просто нету, и все. Вот, я же говорю, да, к примеру, птичка там несла, семечку уронила, семечка выросла и начала там просто свое место отвоевывать, да, разрастаться. Но я не говорю, что это за день, да, там вот прошло там, к примеру, десятки, сотни лет, и на этом месте там уже вообще хана что творится. Из-за этого и что меняется? К примеру, та же живность, что здесь обитала, вот.
Короче, целая эволюция происходит от одной семечки, возможно даже. А у нас здесь опять эта эволюция прет это все, растет. Ух ты, ничего себе, как срослась, смотрите, плоская. Ну вот нормальный, да, ствол идет круглый, вот он. А здесь он плоский пошел, прям плоский, смотрите. А вот эти стволы, вот они все кругленькие. Не помню, что это за растение. Мы раньше с него удилище делали. Это типа как кустарник. Вот нужно опять это все вырубывать, убирать, потому что все зарастет, понимаете, все это закроет. Я сюда потом не пройду просто. А, сосед говорит, уже теперь тебя увижу. Я говорю, не переживайте, я калитку оставил. А, кстати, я сейчас подумал, нужно было калитки две штуки делать. И с той стороны у нас здесь красота. Красотища получается. Потихонечку идем. Вот все у нас хорошо. Все ровненько. Немножечко, конечно, мы его пачкаем, но ничего, дождь будет. Я кайфую, просто кайфую от этого цвета. Это новый цвет, кстати. Викинг тоже называется. Код 7016, а там 7024 были. Серый антрацит. 7016. Обалденный цвет. Обалденный. И кровля есть. Кровля есть. Под кирпичики. Да, это бомба. На кровле, на доме. Представьте, вы сделаете себе перед домом штакетник красивый. Можете поставить колонны между ними. Этот штакетничек. У вас кровля будет. Коньки с такого материала. И когда будет солнышко, это вообще, это будет. Пушка будет. Такая красота. Вот здесь я, видите, свежий делал, да? Перчатками пачку. Вот. А здесь уже прошелся дождик. Вот здесь все чисто. Все чистенько, уже нету. Дождик прошелся. Красота. С одной стороны практически ничего не проглядывается. 2 сантиметра. Очень классно. Немножечко вот сюда отойдя, уже почти ничего не видно. И продувается. Очень хорошо продувается. Все прекрасно. Насчет низа я реально подумаю. Сетку вот эту приварю, ленту. И все, проблем не нужно. У нас все ровненько. Здесь только выровняю все. Ну, чтобы красиво у меня тут было. Вот так. Усилю и здесь может быть газончик какой-нибудь. Ну, что-нибудь придумаю. Пока радует. Хотел, чтобы побыстрее шло, но пока не получается. Нужно все крепить. Все крепить потихонечку. Ну, ничего, справимся. Но все получится. Ну, уже вид будет. Уже вид будет совсем другой. Огород тоже все полило. Все здорово. Потихонечку все преображается. Заборчик, домик, крыша. Участок выровняем, спашем. Техника зайдет, вот. И уже поймем, куда двигаться, мы в каком направлении, что да как, чем будем заниматься. Места хватает, позволяет. Насчет хозяйства подумаем. Самое главное, все правильно распланировать. Погнали, согреемся. Я, видите, оделся, чайку выпьем, а там посмотрим. Если погода позволит, ну, выйдем еще поработаем. Нет, там отдохнем тогда. Так что вперед, вперед. Домой юнок. Чуть умыли ее. Вот. Сидит, такие брови черные с такими этими. Сажа как будто, да. Здесь румяна. Короче, косметику сидела. Не взрослая, детская косметика она. Смывается там, я не знаю, на какой основе она. Ну, вот, да. Девочка, да. Сик-сик. А эти, наверное, неплохо держатся, ну, лака для ногтей. Она все на море хочет. Мы сказали, на море купим косметику, она все. Когда мы поедем, когда на море, а когда купальник? Ну когда, мы уже сегодня, мы сегодня едем, сегодня мы едем. Папа. Секунду 5 слов, я серьезно говорю, добро. А что ты смеешься, а? Это караул. Так, нужно будет, наверное, сейчас пойти нашу систему запустить, проверить котельную и, наверное, чуть-чуть зажгем на ночь. Все-таки у нас в доме 70% плитка, вот, и деткам прохладно ходить. Уже доставать зимние вещи. Не, ну это ненадолго. Опять, ребят, это не холодно. Просто когда человек, вот, ну как сказать, 40 в тени, и резко вам тут 22, это как будто, знаете, осень пришла, да? Вот. Не, комфортно находиться, но когда дождь, ветерок, и под утро это прям, знаете, прям такая прохлада. Ну я, конечно, за такую погоду. В этот раз мы делали опросник, там очень много призов было, из них нужно было выбрать тот приз, который станет самым популярным. И мы его разыграем. Самым популярным стал беспроводной пылесос. Вот, там была и кофемашина, телевизор, телевизор, триммер, телефон, планшет,
пила, шуруповерт. В общем, ребят, мы так подумали и сказали, спасибо вам большое за активность, за участие, но призы мы оставим себе. Шутка, шутка. Сейчас у меня там сейчас не дослушаю, экран треснет, сейчас там, да, там какой-нибудь Кашпировский на меня посмотрит, мне экран дрыж. Нет, для вас будет классная, интересная новость. Тот, кто победит в данном розыгрыше, сам лично выберет, какой подарок ему понравится, тот мы ему и отправим этот подарок. Хочет телефон, отправим телефон. Хочет кофемашину, отправит кофемашину. Завтра будет пост, в общем, со всеми фотографиями, что разыгрывается. Условие такое же, да, вы пишете комментарии. Только комментарии не должны повторяться. Если у вас есть желание что-то получить, как бы кто хотел лично, ну, чтобы он бы хотел получить, чего нет в подарках наших, да? Вы пишите, мы посмотрим, если это возможно, если вы станете победителем, то, в принципе, мы будем рады исполнить вашу мечту. Я считаю, это прям круто. У вас будет громадный большой выбор, чтобы выбрать для себя прям свой идеальный подарок. Вот. А какой он будет, решать это вам, поэтому пост в телеграм-канале закреплен, заходите, участвуйте, все очень просто, просто пишите ваши комментарии. Как дела, привет, что вы хотели бы выиграть. На самом деле чудеса в жизни случаются, вот. Хотя до последнего все наши победители, которые уже выиграли подарок, не верили, что вот как так, конечно же, это приятно. Слушайте слова благодарности, мы когда дарим вам вот эти прекрасные, шикарные, положительные эмоции, очень круто, мои дорогие. Понятно, что хочется, конечно, одарить вас всех. Ну, пока вот как-то так. Дело же, я говорю, не в подарках, мои дорогие. И дело не в финансовом каком-то положении. Да, это все важно, когда у тебя все хорошо, там хорошая работа, вроде все отлично. Но на самом деле это счастье этого не прибавляет. Мы уже не раз вам об этом рассказывали, что даже если ну, несчастных людей, как бы они себя позицируют, да, даже если раздать просто по чемодану денег, от этого несчастливее не станут. Спустя определенное время ничего не изменится, все будет на том же месте, а возможно даже вы и навредите тем самым, что вот вашей помощью вы пытались помочь человеку. Дело в том, что жизнь она такая штука интересная, да, какая она не бывает. Все классно, круто, вот вы идете на своей волне, ветер у вас попутный, и все у вас прям вау, как шоколадно получается. Нет, жизнь она на то, чтобы реально у вас были взлеты и падения, еще раз падения, вы спотыкались и падали, и вас били, пинали, вы никому не были нужны. Каждый из вас это должен понять, потому что именно в этот тяжелый, трудный момент человеку приходит осознание. Осознание, он реально начинает переосмысливать жизнь. Выбирать правильный путь, тот путь, по которому он должен пройти. Просто сейчас нам об этом легче говорить. Мы обычно не стараемся афишировать свои трудности, как нам бывает трудно, тяжело. У нас, мы тоже люди, как вы все, у нас есть тоже свои определенные проблемы, какие-то болячки. Бывает нам не здоровится, бывает нехорошо нашим родным и близким. Вот. Но мы стараемся это не афишировать, потому что, я же говорю, на этом канале мы даем только добро, приятное, позитив, мотивацию, веру в будущее, что все будет хорошо, дарим мир, уют, наши прекрасные семейные ценности, вот, и желаем вам, вот, чтобы все у вас было хорошо, мои дорогие. Все, что у нас есть, этого ничего не было абсолютно. У нас обычные родители, отца уже нету, мама, она многодетная мать, родила 8 детей, вот, мои родители не были какими-то богатыми людьми, также и родители Натальи, вот, все обычные работяги, вот, которые работают. И у нас все так же было. И был сложный путь. И горечь была, и радость, все было, и слезы были. Я желаю, чтобы в вашей жизни, даже если бы слезы, то они были только слезы радости. Ну а если приходят трудности, нужно понимать, что это жизнь, мои дорогие. От них никуда не денешься, их никак не скроешь. Проблемы нужно решать. Понимать, что это жизнь, и нужно идти дальше. Да. И ничего не бойтесь, идите вперед, пусть у вас все получится, рискуйте, на то она и жизнь, мои дорогие. Больше другой жизни не будет, больше другого момента не будет, только сейчас,
Вот, вы должны это делать прямо сейчас, каждый день. Удачи вам, мои дорогие. Конечно же, удачи вам, крепкого здоровья. Это самое ценное, самое дорогое, крепкое здоровье и хорошее настроение. Желаю вам близкого человека, чтобы у вас было надежное, крепкое плечо. Это ваша мотивация, это ваша поддержка. Вот, она дает многое. Она дает тот толчок, ради которого вы готовы на все. И горы свернуть, и звездочку с неба достать. Вот, и вас на самом деле уже не остановить. Вы просто знаете, куда идти, к своей цели. Вы точно будете уверены, что вы этого всего добьетесь. Поэтому вам мира, любви, мои дорогие, счастья. Пусть, как всегда, все у вас будет хорошо, но мы надолго не прощаемся. Скоро с вами обязательно увидимся. Всем счастливо, всем пока и берегите себя. Пока! I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful. Your tear-shed eyes, your fragile mind. Guess I'll be dancing on my own tonight. I remember when we used to lay on the grass and watch the sun go away. But now you're gone, I let you pass by. I know I've said so many things that hurtful. I was wrong. The words I spoke, I've been saying many things that are hurtful.